Овен – астрологический прогноз на 2024 год. Гороскоп на 2024 год для всех овнов сулит благодатный период. Для сохранения своего привилегированного статуса в обществе вам придется приложить некоторые усилия. При принятии решений важно не действовать импульсивно и не торопиться. Лучше успокоить свой ум и взвесить все за и против. Особенно хорошим временем для знака станет весна. Она вернет вас в состояние равновесия и баланса, принесет много радостных моментов. Осенью звезды советуют сделать спорт частью своей жизни. Год будет очень романтичным. Уже имеющиеся отношения станут еще более крепкими и доверительными. А тем, кто в поиске своей второй половинки, деревянный дракон дарует шанс встретить ее. Главное – быть открытым новым знакомствам. Также это отличное время для получения существенной прибыли и карьерного взлета. Смело достигайте профессиональных высот, но не идите по головам. В год деревянного дракона важно правильно распоряжаться поступающими финансами. Прогноз для мужчины Овна. Гороскоп для овнов мужчин говорит о положительных изменениях во многих сферах жизни. У некоторых молодых людей произойдут кардинальные перемены. Кто ждал повышения по служебной лестнице, получит его, семейные узы станут более крепкими, у одиноких начнутся доверительные любовные отношения, также возможно существенное увеличение дохода. Не упустите свой шанс, важные решения лучше принимать в спокойной обстановке. Весна – лучшее время для новых романтических знакомств, которые будут вдохновлять вас. В этот период вы станете особенно притягательными. Действуйте смело, но гармонично. Легко берите на себя обязательства в возникших обстоятельствах. Гороскоп советует вам не лениться, не избегать ответственности, расширять зону комфорта, учитывать мнение других. Во время занятий спортом берегите спину и по возможности откажитесь от усиленных физических нагрузок. Что касается новых масштабных проектов, в этом году их открытие лучше отложить, поскольку положение Плутона не благоволит рискованным начинаниям. Прогноз для женщины. Гороскоп для овнов женщин предсказывает головокружительный подъем по карьерной лестнице. Этот год поможет раскрыть ваш потенциал, укрепить свои позиции в коллективе. Начало весны приятно удивит представительниц знака новыми идеями и удачными совпадениями. Вы обретете небывалую уверенность в себе, которой вам так не хватало последнее время. Станет легче преодолевать преграды на своем пути. Если вам не удается решить какой-то вопрос долгое время, взгляните на ситуацию иначе. Это поможет увидеть возможности, которых вы раньше не замечали. Особенно порадует декабрь. В этом месяце может произойти существенное изменение вашего окружения. Астрологи прогнозируют начало долговечной дружбы и искренних отношений. Незнакомых людей будет притягивать ваша оригинальность и непосредственность. Будете ощущать чувство влюбленности и душевный подъем. Вероятно, у вас появится несколько поклонников. Прислушивайтесь к мнению и желаниям близких людей. Любовный гороскоп на 2024 год. Астрологический гороскоп на год деревянного дракона обещает быть благодатным для всех овнов. Романтика и любовь будут играть важную роль в жизни. Вас ожидает развитие и положительные изменения в эмоциональной сфере. Если вы хотите, чтобы ваша личная жизнь оставалась счастливой и безмятежной, следует приложить некоторые усилия. Весной возникнут ситуации и обстоятельства, ожидающие конкретных решений от вас. Обстановка в семье будет благоприятной. Если вы находитесь в поиске своего любимого человека, 2024 год станет отличным периодом для знакомства. Вы будете выглядеть довольно соблазнительной в глазах противоположного пола. Используйте каждую возможность. Партнер будет всецело доверять вам, отвечайте ему тем же. Старайтесь устраивать побольше романтических встреч и свиданий для своей второй половинки. Стройте отношения на прочном фундаменте любви и доверия. Не позволяйте своим сиюминутным желаниям и капризам испортить их. Особенные эмоции принесет осенний период. Денежный прогноз. В год зеленого деревянного дракона звезды
советуют представителям знака меньше витать в облаках и фантазиях, а больше концентрироваться на реальной жизни. Чтобы достигнуть профессиональных высот и огромных материальных благ, понадобится усидчивость и трудолюбие. 2024 год станет весьма прибыльным для овнов и мужчин, и женщин. Об этом говорит положение Сатурна, которое отвечает за совесть, дисциплину, власть и награду за труды. Главное – наметить верные ориентиры и, не сворачивая, следовать намеченному пути. Путь к поставленным целям должен быть честным, тогда деревянный дракон наградит вас всеми возможными благами. В это время станет важным грамотное распределение финансовых поступлений. Часть денежных средств стоит инвестировать в выгодный проект. Лучше вложите свой капитал в разные отрасли, чтобы минимизировать риски, сохранить средства и получить прибыль. Также этот год удачен для накоплений, возможно, появление давно забытых должников. Гороскоп карьеры на 2024 год. 2024 год – отличный период для карьерного взлета. Вы сможете создать прочные дружественные связи с искренними диалогами с коллегами на работе. Будете взаимовыгодны друг для друга. Честность, открытость и оригинальность будет привлекать к вам незнакомых людей, которые впоследствии сыграют важную роль в вашей жизни. С социальной точки зрения вы вызываете симпатию и доверие. Этот год подарит вам новых людей и положительные изменения в рабочей сфере. Трудолюбие и путь к достижению четко поставленных целей, несомненно, приведут вас к успеху. Будьте независимы, но дисциплинированны. Несмотря на то, что в этом году у вас будут все шансы высоко продвинуться по карьерной лестнице, звезды не советуют начинать новый масштабный проект. Под влиянием Плутона это может быть рискованно. Однако стоит посвятить время для планирования и вынашивания планов на следующие годы. Гороскоп здоровья. Астрологический прогноз на год зеленого деревянного дракона для овнов обещает быть благоприятным и в сфере здоровья. Однако не стоит беззаботно относиться к своему организму. Это отличный период для перехода и поддержания здорового образа жизни, правильного питания. Несмотря на то, что в зимние месяцы у овнов будут прослеживаться депрессивные нотки в настроении и эмоциональном фоне, весной они воспрянут духом. Период увеличения светового дня принесет в жизнь ощущение радости и вдохновения. Вы почувствуете прилив сил и повышение уровня энергии. Летом 2024 года лучшим решением станет начало или возобновление занятий любым видом спорта. Осенью могут появиться боли в области спины, поэтому избегайте чрезмерных нагрузок, больше отдыхайте и расслабляйтесь. Полезны пробежки и прогулки на свежем воздухе, которые благотворно скажутся на качестве сна.